Жители российского Сургута заявили, что стали свидетелями редчайшего климатического явления – падения метеорита. По словам очевидцев, он пронесся над городом на огромной скорости. Многие даже приняли его за неопознанный летающий объект. При этом в управлении МЧС отмечают, что конкретных сообщений от жителей Ханты-Мансийского автономного округа в связи с полетом в небе неизвестного объекта не поступало. Между тем, на середину августа приходится пик звездопада Персеиды. По словам специалистов, 13 августа количество падающих метеоритов достигнет сотни в час.